Дагестан присоединился к всероссийской акции «Флаг в День Победы», цифра 75, которую выложили из многочисленных флагов российского триколора, красовалась на здании гостиницы «Ленинград» в Махачкале. Все это было сделано силами команды «Молодежка ОНФ». Таким образом, ребята показали, что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы помним подвиг наших предков и гордимся победой. В рамках акции «Флаг День Победы» участники молодежки ОНФ Республики Дагестан оформили флагами фасад здания гостиницы «Ленинград» в виде цифры 75, который символизирует День Победы. Также эта акция проходит по всему миру. Вывешено 3,5 миллиона флагов и 21,5 географических ленточек.